Формирование человека неразрывно связано с тем пространством, в котором он познает окружающую деятельность, активно действует. Родной край, его природа, история, культура – вот основа для воспитания человека, искренне любящего и знающего свою страну. В небольшой Алексеевской сельской школе этой деятельностью увлеченно занимается педагог Ольга Анатольевна Подчасова. Она считает очень важным формирование у подрастающего поколения позитивного отношения к базовым ценностям общества – человек, семья, отечество, природа, мир, знания, труд, культура. И в этом направлении развернула бурную деятельность. Большая роль в Алексеевской школе отводится патриотическому воспитанию. 169 имен воинов, павших в Великой Отечественной войне, увековечены на мемориале в Алексеевке. Но тех, кто отважно сражался за Великую Победу, гораздо больше. Более 300 односельчан ушли на фронт. Многие не вернулись. А те, кто выжил в той страшной войне, еще долгие годы трудились, носили свой вклад в процветание родной земли. Память о них не должна уйти бесследно, решили в Алексеевской школе. Так появилась на свет эта книга памяти. Для ее создания удалось выиграть грант губернатора края в сфере молодежной политики. Под руководством Ольги Анатольевны Почасовой организовался поисковый отряд «Звезда». Школьники, население с энтузиазмом принялись за сбор материала. Работали с хозяйственной книгой, общались с жителями, собирали материал с миру по нитке. Много документов нашли благодаря интернет-ресурсам. В книге памяти более 330 имен. Не просто имен, биографий, судеб. Наградные листы, боевые пути фронтовиков. Ценнейший материал для книги. На полученный грант удалось издать 50 экземпляров. Ну и вот когда смотришь книгу, ну, кажется, такой большой труд. Неужели мы это смогли? Хотя вот сразу-то и не задумывалась, что... Просто насобирался вот этот материал, надо было как-то оформить. И вот, знаете, такое удовлетворение, что все, имена сохранились. Вот чувство выполненного долга. Вот смотрят сейчас ребятишки книгу, да, взрослые смотрят. А вот на кого, оказывается, у нас там дочь похожа или сын похож на деда. Вот у кого разрез глаз-то. Вот у него привязанность, допустим, к лошадям. Там же мы описываем, кем они до войны были, пришли с войны, допустим, чем занимались. Все, вот эта информация в книге памяти есть. Ну, конечно, не у всех. Есть где-то только одна просто фамилия, имя, отчество, и все. Mm-hmm. Еще работать нужно. Мы должны знать, ну, благодаря кому мы живем. То есть, кто принес нам эту победу. Параллельно под руководством Ольги Анатольевны Подчасовой реализовывался другой масштабный интересный проект – «Дерево Победы». Береза. На березе расположены белоснежные голуби, силуэты белоснежных голубей, как символ мира, и на которых размещены имена солдат, которые вернулись именно с победой и поднимали разрушенное хозяйство в нашем селе, в наших 5 сел Алексеевского сельского совета. Под руководством Ольги Анатольевны учащиеся занимались непосредственным оформлением «Дерева Победы». Анастасии Передереевой доверили представлять проект во Всероссийском конкурсе на знание государственных и региональных символов и атрибутов Российской Федерации. Работа была по достоинству оценена сначала на заочном краевом этапе конкурса, затем на заочном всероссийском этапе, а ее автор приглашена для участия в очном туре в Москве. Из столицы Настя привезла диплом первой степени Министерства образования и науки Российской Федерации. Под руководством Ольги Анатольевны коллектив школы активно участвует и в других краеведческих конкурсах. Третий год подряд в Благовещенском районе проводится конкурс видеофильмов, в котором алексеевцы принимают самое активное участие и дважды становились призерами. Жюри высоко оценило фильмы об истории создания и красоты природы села Александровка. Материал – герои, живущие рядом, о встрече школьников с земляками, которые служили в Афганистане. Чем наполнены души наших детей? За это в ответе и родители, и учителя. Любовь к родному краю, малой родине, может и должна стать одним из кирпичиков фундамента души, на котором будет строиться жизнь и судьба человека, убеждена Ольга Анатольевна Подчасова, и не устает отдавать время, силы, душу своей работе.